первых аккордов их выступления ноги сами просятся в пляс, а в голове всплывают давно забытые образы из любимых русских народных сказок и песен. В первый день весны в детскую школу искусств поселка Развилка приехал знаменитый оркестр Московской областной филармонии «Гусляры России». Филармония ежегодно 2-3 концерта в год привозит к нам замечательных артистов, выступает для наших жителей и детей. Соберутся все, кто любят гусли, поскольку гусли – это большая редкость. Хотя они становятся с каждым годом они становятся все популярнее, но пока это для нас еще все-таки диковинка, редкость, и очень интересно послушать. «Гусляры России» в этом году отмечают свое 30-летие. За эти годы музыканты оркестра написали более 3000 партитур и объездили с концертами весь мир. На данный момент в нем играют 25 музыкантов. Здесь представлены все виды старинного мелодичного инструмента. Гусли звончатые, гусли звончатые прима, гусли звончатые альт, гусли клавишные, гусли щипковые. И эти прекрасные инструменты дополняются еще деревянными духовыми, медными духовыми, фортепиано. Их звучание дополняют два баяна, ударная установка и бас-гитара. С таким составом оркестру подвластен буквально любой музыкальный жанр и направление. Начиная от каких-то русских народных наигрышей и обработок и заканчивая современной музыкой, уж казалось бы, куда современнее, это музыка из «Звездных войнов» и из «Гарри Поттера». Вот бывают запросы, спрос на такую программу. Вот. Но это в последние годы. А до этого прекрасно практически все польки Штрауса, вальсы Штрауса звучали в оркестре. В Развилковской детской школе искусств музыканты представили программу, написанную специально для гуслей соло в сопровождении оркестра. Аранжировка принадлежит заслуженному артисту России Юрию Пушкареву. Гусли – это голос России. Нежный, лиричный, сильный. Мы мало уважения, я считаю, вот в последние годы отдаем этой музыке. И я испытываю сегодня колоссальный восторг от встречи, ну, во-первых, с музыкой, а во-вторых, гусли, звучание гусли. Концерт длился всего час и не оставил равнодушным ни простых зрителей, ни начинающих музыкантов и их опытных наставников. Игра, не имеющего аналогов в мире оркестра «Гусляры России», заворожила каждого ценителя прекрасного. Следующая встреча жителей Ленинского городского округа с уникальными коллективами областной филармонии состоится в сентябре. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.